Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Гинта, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо, я даю команду на Ч3. Сканер сканирует пространство над головой Гинта, покрывает все 7 тонких тел Гинта, находит все. А ты знаешь, у нее в ногах как гудрон, клякса какая-то. Даю команду на Ч3, это клякса. До последнего микрона выходит из биоробота биополе Гинта и отправляется в клетку-тюрьму. Даже не в ногах, а под ногами. Под ногами, хорошо. Вступила? Да. Она чистая, вот эта клякса у нее и черт рядом. Так. Плохо ему. Конечно, тебе плохо, еще будет хуже, черт. Он раскидал эти кляксы, но не думал, что вибрации у него высокие, ему плохо от них. Прилипал клей. Хорошо, черт. И как же ей избегать такого в будущем? Сколько герц ты ее споймал? Клякс сама 12 герц. То есть у нее ниже 12 было, ты это хочешь сказать? Было. Ладно, хорошо. Я вижу, ты тоже не рад этой ситуации, в которую попал. Ты что, не мог сам выйти из ее биополя? С этой она воронкой? Как прилипает эта воронка. Не воронка, а клякса это. А почему она прилипает? В чем причина? Это лежит в ней причина или в твоей воронке? В моем инструменте. Ну, так ты его доработай тогда. Потому что первый раз я отпускаю, но второй раз ты рискуешь нарваться очень серьезно. Черт. Понимаешь меня? Значит, когда прилипает эта клякса, человек начинает понижать вибрации и понижает их до уровня кляксы, потом ниже. И черту уютно. Он начинает делать свое дело. То есть раздражать человека, приводить к алкоголю и разные подкидывать им негатив реакции, менять. Значит, в этом случае она его давила своей энергией, ему плохо. Ее энергия и ее вибрации оказались выше, чем... Ну вот, черт, и ты научился чему-то. Значит, у нее только эта клякса и этот черт. Хорошо, черт. В следующий раз не приходи, потому что встретишься со мной, а это ничем хорошим для тебя не сулит. Все понятно? Да, понятно. Готов уходить? Готов. Ты ничего не оставил в биополе? Нет, он не оставил, он закрывался в кляксе. Хорошо. Ты хочешь, чтобы я тебя с воронкой отправил? Кляксой с этой. С кляксой. Ладно, хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте черта 1, 2, 3. И черт с этой кляксой уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. С того гнула пентаграмма. Готово. Хорошо, Гинта. Как вы себя чувствуете? Радостно, счастливо чувствую. Потому что вы сейчас заправились энергиями, столько вам нужно, и ничего вам не мешает. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. Сейчас вы чистые, и мы будем его приглашать в нашу комнату диагностики. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратор или учителя Гинта. Мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Гинта. Представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам? Это ангел. Ангел. Замечательно. Значит, друг. Всех находящихся здесь приветствую. Несказанно рад этой встрече. Мое имя Эдвард. Приветствую вас, уважаемый Эдвард. Меня зовут Влад. Это Вера. Рядом стоит Гинта, ваша подопечная. Мы сегодня проводили ее проверку. Она изъявила желание задать 10 вопросов своему куратору. Будете ли вы так любезны, уважаемый Эдвард, ответить на вопросы своего друга? Можешь звать меня Эд. Эд. Да, я с удовольствием отвечу на все вопросы. Благодарю, Эд. Я тогда начинаю с первого вопроса. Я улыбаюсь, и вы сейчас будете улыбаться. Хорошо, первый вопрос. Из какой звездной системы я пришла? Ну, я бы сказала, что мы все находимся в Млечном Пути. По-моему, так называется звездная система, знакомая нам. Абсолютно верно, это так и есть, да.
Правильно, вопрос был бы, конечно, откуда моя душа пришла. Тогда бы пришел другой ответ. О, спасибо за это разъяснение. Конечно же, я отвечу. Твоя душа пришла с ангельского уровня номер 8. 8 уровень ангельский. Благодарю вас, Эд. Можем дальше идти? Пожалуйста. Можешь ли ты описать, как выглядит мой дом души? Интересный вопрос. Ангельские уровни распределены по осознанности ангельской души, включая доброту, милосердие, сострадание и накопление знаний и энергий. Каждый уровень занят определенной работой. Кто-то обучается, кто-то обучает. Есть друзья-кураторы, как я. Все заняты своим делом. Это будет трудно понять на Земле. Здесь энергии, чистые светлые энергии, в зависимости от уровня. Благодарю вас. Благодарю вас, Эд. За этот вопрос. За этот ответ. Благодарю. Третий вопрос. Какое мое энергетическое ядро, мой стержень и как его развивать? Прекрасный вопрос. Это ангельские энергии, наполненные ангельским сознанием твоего уровня. Выглядят как чистейший свет. Как его развивать? Я думаю, ты уже поняла. Ты можешь управлять и устанавливать границы, защищая себя и не допуская негатив в свое биополе. Это прекрасно. Это значит, ты чувствуешь эти энергии и можешь собирать их внутри и распылять как защиту, а также как любовь, доброту, радость, позитив. Как все ангелы, нести свет в этот мир. Благодарю, уважаемый Эд. Можем дальше продвигаться? Да. Четвертый вопрос. Какие цели моя душа должна выполнить в этой жизни? Очень низкие вибрации имеет слово «должна» в этом контексте. Это то, что твоя душа выбрала по своему желанию. Ей приятно делать то, что ведет ее к определенному осознанию и подъему на другой уровень и на другие энергии. Здесь немножко все смешано, и тебе нужно понимать, что ангельская душа все-таки несет в себе доброту и понимание, прощение и помощь в развитии того, кто хочет. Твоя задача не рубить с плеча, а давать правильную оценку и шанс на исправление окружающим тебя людям. Какие замечательные слова. Доброта принесет тебе определенный рост и сознание. Благодарю. Какой замечательный ответ, Эд. Я благодарю вас. Очень приятно было слышать. Я перехожу к следующему вопросу. Пятый вопрос. В какой сфере я должна развивать свой потенциал? Я говорю про потенциал души. Я уже сказал, ответил на этот вопрос в предыдущем ответе. Я бы хотела немножко добавить и расширить, что не надо ограничивать себя. Ведь ангельские души развиваются в любом направлении, как в логическом, так и в арте. Это то, что приводит к нас в глубину мышления и погружения в наш внутренний мир. Искусство, самовыражение. Именно так. Ты наделена и тем, и другим. Если ты найдешь баланс посередине, это приведет к улучшению отношений с окружающими, а значит, приведет тебя на другой уровень жизни на Земле. Я полагаю, вы уже ответили и на следующий вопрос, который, если вы позволите, если вы закончили, я могу зачитать. Да. Шестой. Каковы мои основные, самые негативные паттерны или модели поведения, которые блокируют мое чувство гармонии? Иногда твой логический ум перегибает твою добрую душу.
Как я уже сказал, найди баланс и научись понимать и дать шанс на исправление. А баланс – это и есть синоним слова гармония, когда все находится в Совершенно равновесии. верно. Благодарю. Это так важно для любой души, а тем более Я для бы хотел добавить, что не надо делать это в ущерб своей душе, иначе ты будешь чувствовать тоску и горечь в душе. Я объясню. Не надо позволять пользоваться своей добротой. Свою доброту нужно защищать. Вот этот баланс и нужно найти, чтобы не давать бесполезные шансы тому, кто не понимает этого. И не быть совсем строгой и думать только, поступать только по логике и по уму. Нужно найти определенный баланс, чувствовать людей, их правду и неправду, их отношения и внутренний мир. У тебя идет перегиб в сторону ума. Баланс и гармония там, где ум, душа и тело. Не забывай советоваться со своим сердцем, прежде чем принять определенное решение. И не забывай, что все люди разные, и все люди думают по-разному, и не у всех такой логический ум. Иногда ты давишь, не понимая этого. Думаешь, что все как ты и чувствуют одинаково. Это не так. Поэтому подсоедини свою душу, и сердце тебе подскажет правильное решение и поведение с определенными людьми. Обязательно надо свои границы знать, но все равно давать людям шанс. Это очень важный момент, особенно для ангельской души. Благодарю, уважаемая. Шанс, но не в ущерб себе. Не в ущерб себе. Это очень важно. Я имею в виду не в ущерб своей душе. Поэтому я сказал, что нужно слушать свою душу. Иначе ты будешь чувствовать себя использованной. Это первый звонок, что ты сделала неправильное вывод и решение. Очень интересный момент. Хорошо, мы это все передадим. Этот паттерн и нужно будет менять. Благодарю. Я перехожу к седьмому вопросу. Каковы величайшие таланты моей души, на которые я могу положиться, чтобы выполнить задачи моей души? Гармония и баланс, и все, что я уже говорил выше, про доброту и защиту. Вы называете это широкая душа, но ее нужно защищать. Продолжай, пожалуйста. Широкая душа в нашем понимании есть два, безусловно, как обоюдо острый меч, два направления. С одной стороны, широкая душа, ее всегда используют. Ее всегда обманывают, она всегда помогает. И в конце концов испытывает вот эти ситуации, эти негативные моменты, что она не защитила свои энергии и потеряла эти энергии. Широкая душа, с другой стороны, это можно быть очень добрым и одарить чем-то кого-то безвозмездно. Скажем, это тоже пример широкой души. У нас очень такой интересный язык, уважаемый Эд. Вы не могли бы здесь уточнить чуть-чуть? Могу. В нашем понимании широкая душа – это душа, наделенная добротой. Насколько она ее расширит, это зависит от желания и понимания своей души. Замечательный ответ. Теперь все понятно. Продвигаемся дальше? Да. Восьмой вопрос. Каков уровень моего высшего «я»? Десятый. Десятый высшее «я» и восьмой ангельский. Благодарю вас. Девятый вопрос. Нахожусь ли я сейчас в параллельных воплощениях как сознание? Насколько я знаю. Это вопрос, конечно, к высшему это «я». Это только одно воплощение на сегодняшний день. И за этот ответ благодарю вас, уважаемый Эд. Десятый вопрос, последний. Что еще важного я должна знать, что я не подумала спросить? Буду признательна за последнюю рекомендацию. Я лишь хочу сказать, что ты получаешь ангельские энергии и светишься ими. Все, что я сказал выше, это самое важное. Соедини свой
ум со своей душой и держи себя в этих рамках. Логику и сердце или логику и душу? Можно и так сказать. Сердце и душа – это одно и то же. Душа на духовном уровне, а сердце на физическом. В физическом теле именно сердце подсказывает. В физическом теле именно сердце болит, если страдает душа. Вот сейчас и я чему-то новому научился, уважаемый Эд. Вы закончили? Да. Уважаемый Эд, вопросы закончились. Если вы хотите обменяться энергиями, это был бы самый лучший момент, или хотя вы уже все ответили на все вопросы? Я уже сказал, стержень активирован, и ты получаешь ангельские энергии, которые нужно беречь, сохранять и управлять. Как я уже рассказала, вижу, что ты можешь это делать. Управляю свою защиту и давая отпор. Мы там вытащили воронку с бесом в ее биополе, и бес себя чувствовал очень некомфортно с ее энергиями. То есть она на правильном пути, я полагаю. Совершенно верно. Уважаемые, это у нас остался маленький нюанс, о котором вы еще не знаете. В этой комнате диагностики вы видите, какие у нас энергии. Существует очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, в ангельском случае это другу, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми, сочными ягодами, которые только есть на Земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем разрешение уважаемого Эда, можем ли мы передать ему этот скромный подарок в знак благодарности за эту встречу, за его помощь, за эти прекрасные эмоции, на добрые воспоминания. Какой прекрасный подарок. Это неожиданно и очень приятно. А насчет энергии в вашей комнате, я их не вижу, я их чувствую всей своей душой. Благодарю вас за эту атмосферу и насыщенность этими вибрациями. Благодарим. Даже мне приятно подзарядиться здесь. Замечательно. Уважаемый Эд, тоже вторая привычка у нас. Мы никогда не говорим «прощайте». Говорим «до скорых встреч». Возможно, Гинта на определенном этапе развития ее души захочет пообщаться со своим высшим «я», задать вопросы. В этом случае мы всегда приглашаем куратора, друга на эту встречу. И в этом случае мы обязательно пригласим вас. Благодарю вас, но хотел бы уточнить. Это не привычка, это программирование. Хорошо, пусть будет так. Согласен. В любом случае, передавайте от нас привет. Мы все с крыльями ангельскому миру. Всем кураторам мы всегда рады, которые достучатся до своих учеников. Передавайте это, пожалуйста. Мы всем поможем по мере наших сил. О, одно добавление. Пожалуйста. Я бы хотел сказать, расправляй свои крылышки постепенно. Со временем ты почувствуешь их окончательно. Благодарю. Благодарю вас, Эд. Наилучшие пожелания и до скорых встреч. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Какие легкие энергии после общения с ангелом всегда. Гинта, мы закончили встречу с вашим другом Эдом. Как вы ее оцените? Я немножко в шоке и в энергиях, которые я могу видеть, чувствовать. Это необъяснимые эмоции. И я не знаю, как на это реагировать, но я чувствую, счастье переполняет меня. Абсолютно правильно реагируете. Это энергия счастья и есть. Это ваша родная энергия. Работайте со своими энергиями, скидывайте негатив, заправляйтесь энергиями, поднимайте все вибрации каждый день. Ну и следуйте советам вашего друга Эда. Самое важное он уже сказал. Мне нравится полное имя Эдварда. Они несут определенные вибрации больше, чем Эд. Ну, Эд он назвал для меня, потому что меня зовут Влад, тоже короткое имя, и для удобства разговора. Эдвард, безусловно, его полное имя. Вы можете с ним общаться, вы стоите с ним на связи, попробуйте. Короткий вопрос, короткий ответ, он вам сразу ответит. Не анализируйте, когда получите ответ. Укрепляйте эту связь, и она вам поможет в вашей жизни. Благодарю вас за эту встречу.
Замечательно. Гинта, мы закончили. Будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию гинта в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем.